16 апреля Белгородская область приняла участие во всемирной акции «Тотальный диктант». В нашем регионе текст под диктовку писали на 5 площадках в Белгороде и на 2 в Старом-Осколе. Для диктанта в этот раз были выбраны отрывки прозы Андрея Усачева, детского писателя, поэта и драматурга. В сельских поселениях Староскольского округа открылось сразу 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Они представляют собой быстровозводимые модульные конструкции, которые были приобретены при поддержке фонда поколения Андрея Скотча. Неоднозначный митинг состоялся в микрорайоне «Спутник» областного центра. Жители домов разделились на 2 лагеря в спорах вокруг управляющей компании. В роли третейского судьи выступал депутатский корпус и надзирающие органы.